Итак, друзья, мы с вами по большей части сверстали контент, и пришло время его оформлять и заниматься его адаптивностью. Начнем со слогана и пойдем дальше вниз. Итак, слоган, внутри него у нас находится заголовок. Так, вот он. Значит, Прежде всего, у слогана у нас есть некий отступ снизу, от заголовка до первого ряда у нас около 80 пикселей. Давайте их и укажем. Так, вот наши основные стили. Класс слоган, margin bottom 80 пикселей. Так, макет закроем, откроем в браузере отлично отступ появился идем дальше немножко спущу так а дальше <coughs> неплохо было бы выровнять э, центрировать текст да чтобы он э, выглядел чуть более красиво э, давайте так и сделаем значит класс слоган внутри h1 и для него укажем э, во-первых Bootstrap для заголовков первого уровня задает margin. Вот мы видим, да, margin топ 20, margin bot там 10. В принципе, у нас уже отступы есть, поэтому можем для заголовка э, этот margin обнулить. Он нам, в принципе, не нужен. Margin 0 поставим. Так. <coughs> Хорошо. Так, идем дальше. Выравни... центрируем текст, текст align center. О, отлично. Ну и шрифт поставим и цвет для шрифта. Значит, размер шрифта font size у нас 33 пикселя. Вот так. И цвет шрифта у меня уже есть, я тоже его скопирую. Color. Вот так. Ну, в принципе, он почти такой же, как и у нас э, на сайте. Как и у Будстрапа. А, отлично. С заголовком все вроде бы. А, еще нам нужно красный фоновый цвет для спана внутри заголовка. Итак, слоган H1 и спан. Слоган H1, спан и color тоже уже у меня готов вот такой вот супер хорошо переходим к рядам с карточками значит мы с вами задавали каждому ряду класс card row оборачивали да давайте его и используем <coughs> и зададим отступ между каждым из рядов примерно 50 пикселей. Значит, Card Row, Margin bottom 50 пикселей. Вот, отлично. Теперь у нас ряды прорежены, ничего в кучу не идет, и это хорошо. Дальше, если мы посмотрим на макет, то для каждой картинки здесь есть вот такая вот небольшая тень. Если мы взглянем на макет то тень это где-то вот здесь вот она указана. Вот она, это тень. Ну, у нее такие же эффекты, как и у теней для навигации. Э -э те же самые непрозрачность 19%, размер 5 э -э пикселей, ну и тот же самый черный цвет. Поэтому можем использовать уже знакомые нам настройки. Э -э значит, э картинки у нас <coughs> это класс Card Row. Внутри EMG и э, box shadow возьмем, он у нас где-то есть. Для меню, по-моему. Да, вот он. Так, берем его. Ну вот, небольшая такая тень или заметная, особ особенно она заметна вот здесь, вот над для синей картиночки вот такой вот голубой, да. Для темненьких она мало заметна, но она есть. А, так, ну и <coughs> в принципе. Эта ссылка неплохо было бы как-то анимировать наведение. Например, увеличивать размер тени. Да? Значит, возьмем, скопируем это правило. Card Row. А Hover. И для EMG мы будем увеличивать тень с 5 до 10 пикселей. И, допустим, непрозрачность 70%. Отлично. И давайте плавнее это все сделаем. transition <coughs> all за полсекунды. Вот, отлично. А, ну все, по большому счету все. По большому счету все. Ну и смотрим, как у нас здесь. Ну и здесь, в принципе, тоже нормально. Можно, конечно, еще э, центрировать все это дело. Можно оставить так, как есть, в принципе, в принципе, нормально. Сейчас мы еще, наверное, пожалуй, центрируем все это медиазапросами. Чуть позже, когда доберемся до медиазапросов. А пока что э, давайте займемся... Э, Последним элементом контента или уже первым футера, смотря с какой стороны смотреть, это у нас будет вот такая вот пагинация. Значит, <coughs> чтобы не затягивать урок, я, пожалуй, возьму дефолтную э, пагинацию на э, Bootstrap а и просто немножко-немножко совсем ее оформлю. Ну, в частности, возьму цвета для э, цвет текста для э, номеров страниц и цвет активного текста для номера страниц, Ну и, пожалуй, все. А так, по большому счету, это у нас будет дефолтная навигация э, Bootstrap. А. Она, в принципе, э, смотрится современнее, нежели вот это. Это уже, в общем-то, такая маленькая. И, пожалуй, она уже не современна. А, значит, перейдем в компоненты. Хотя, если она, она вам нравится, то Можете оформить ее точно так, как в макете. А, так, перейдем в компоненты. А, и здесь найдем... Здесь найдем... Pagination. Вот он. А, значит, у нас, в принципе, устроит вот данный пример. Возьмем его, скопируем. Перенесем в верстку. Так. <coughs> а, это у нас контент, вот в контейнер перенесем нашу пагинацию. Вот так вот подровняем Ну и посмотрим. Так, вот она наша пагинация. Замечательно, все в принципе уже э, хорошо. Нужно ее только центрировать, э, ну и поменять э, цвета. Да и собственно по большому счету все. А, значит, что у нас здесь? Класс Pagination. Давайте, наверное, может быть поставим какой-нибудь собственный класс. Да? Давайте для Nava зададим собственный класс. Класс, а, пусть будет NavPager. Вот, и с ним будем уже работать. <coughs> так, а, значит, класс NavPager. И для него просто text line center поставим. Отлично, все центрировано у нас. Это хорошо. А дальше а нам нужно, нужно цвет. Да? А значит, возьмем целиком вот это вот правило и будем его использовать. Так, значит цвет я уже тоже подготовил вот такой вот угу. вот такие вот серенькие цвета у нас да а дальше для актив да вот у нас актив а не вот вот у нас актив единичка кстати, актив мы не поставили даже. А, ага, здесь его даже нету. А, давайте мы поставим для... Ли, вот первая страничка. Поставим класс актив. Вот она наша первая активная страничка. Да? На макете она у нас подсвечена красным цветом вместо серого. Да? Значит, берем ее. Вот целый набор правил. Копируем его и переопределим в нашем файле стилей. Значит, здесь и для активного состояния, и при ховере, да, фокус, все здесь описано. Значит, что нам нужно? Во-первых, нам нужно фоновый цвет белый, background FFF. Так, отлично. Бордер. Бордер нам здесь не нужен. Точнее, нужен, но другого цвета. Бордер один пиксель solid и в Bootstrap цвет рамки вот такой вот так хорошо и цвет текста color вот такой вот вот отлично а, ну и пожалуй наведение еще можно сделать или оставить так же давайте пожалуй переопределим наведение э, так же как и для э, активного состояния а, так значит вот наша ссылка давайте посмотрим ее состояние при наведении вот правило просто скопируем их и добавим к вот этим вот уже имеющимся. Так, обновим. Во, замечательно. Собственно, все. Пагинация у нас готова. Ну, можете расширить ее, можете добавить вот здесь вот две стрелки, одна стрелка назад, да, то есть это, по-видимому, к первой страничке, а это к страничке на предыдущей, да. Вот, у нас здесь есть только к первой, ну, в данном случае подразумевается предыдущая. И следующая. Можете добавить еще одну стрелку влево, одну стрелку вправо в разметку. Можете добавить чуть больше страниц, как на макете. Ну, в принципе, так много страниц особо сейчас уже никто не делает. Делают несколько страниц, показывают. Вот, и дальше просто заменяют там троеточием, последнюю показывают. Тут разные варианты возможны. Ну а так, по большому счету, наша пагинация готова. И давайте, пожалуй, приступать к оформлению адаптивности. Да? То есть подгоним, чтобы у нас все выглядело хорошо при уменьшении размера экрана. Пока что у нас вот так вот. Да? Так. Откроем наш инструмент. Посмотрим, когда у нас карточки меняются, значит, это 992 пикселя. 991, да? Вот, значит, на 992 мы напишем, соответственно, правила для карт row, чтобы у нас центрировался контент данного блока, да, данных блоков. Итак, вот он наш карт row. И для 992 пикселя, вот здесь вот напишем text line center. Отлично. Здесь так. Здесь центрировано. Вот, ну и здесь тоже все центрировано и хорошо. Так, ну по большому счету все вроде как, да? <coughs> Что у нас еще не мешало бы уменьшить? Значит, когда мы уменьшаем экран, в принципе, вот эти вот отступы, они уже довольно большие для такого маленького экрана и можно их уменьшить. Значит, давайте для хедера уменьшим отступы сверху снизу и для слогана уменьшим отступ сверху и снизу, да? У слогана только снизу, по-моему, там мы задавали. Вот. И кроме того, размер шрифта H1 тоже можно немножко уменьшить. Значит, это 480 пикселей, да, вот. В принципе, вот здесь можно уменьшать, да? Да. Так, а здесь. Сейчас разберемся. А, значит, на 480 пикселей. <coughs> вот у нас блок запросов для медиа-запросов. А, и давайте для хедера и... Упс, и а, какой там у нас класс слоган. И для класса слоган... Uh, мы укажем, <coughs> давайте margin bottom, uh, пикселей 30. Думаю, будет достаточно. Вот, уменьшилось, хорошо. И для слоган h1, у нас там, по-моему, 33 пикселя, uh, размер шифта. Давайте поставим uh, пикселей 25. Отлично. Вот. И вот. Чудесно. Так. А, ну и что мы еще видим? Э, карт. Так. Пожалуй, можно сделать отступы между карточками. Да, вот они у нас как-то налезают друг на друга. Значит, этот отступ уже можно сделать на... Вот здесь вот, да? Здесь еще нормально, в принципе. Хотя и здесь можно сделать. Ну, вот здесь давайте сделаем точно. На 767, а там уже смотрите сами, как вам больше нравится. Значит, на 767 у нас вот он, да? Для класса карт. Для класса карт мы добавим margin bot там пикселей 50, наверное. Вот, между каждой карточкой. Да? Так. Так. Ну, в принципе, нормально. И что еще я хотел бы поменять? Хотел бы что добавить, да, вот здесь вот мы видим, что у нас вот эти вот четыре работы относятся к одному разделу график дизайн да а следующие четыре работы следующий ряд относится к следующей категории painting и так далее то есть у нас в одном ряду расположены работы конкретной категории а здесь ну в принципе тоже более менее понятно что у нас вот эти вот четыре работы к одной категории а вот а здесь ну, в общем-то они как бы сливаются да и, на мой взгляд, это нехорошо. Я бы поменял, добавил какой-нибудь разделитель. разделитель между категориями, чтобы у нас явно было видно, что вот график дизайн относится вот эти вот четыре работы. Дальше идет разделитель, какая-то линия, допустим. Пошли следующие четыре работы, снова разделитель, ну и оставшиеся четыре работы. Значит, как добавить этот разделитель? Ну, в принципе, довольно просто. Мы воспользуемся обычной горизонтальной линией которую поместим под каждым из рядов значит для этого так вот наш карт row вот первый ряд под ним помещаем горизонтальную линию hr так вот следующий ряд ну и последний ряд под ним уже, в принципе, она не нужна. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас вот эти вот самые горизонтальные линии. Но <coughs> вот эти вот горизонтальные линии на таком разрешении, они как бы нам не нужны. Да, и в макете у нас их нет. Да? А вот здесь уже, в принципе, они не помешают. Поэтому нам ее нужно скрыть, эту линию, и показать только на маленьких экранах то есть для планшетов и для экстра маленьких то есть для смартфонов вот так вот а как это сделать сделать это можно двумя способами а, в общем то мы можем через медиа запрос указать что наша линия а, будет скрыта дисплей блок да и нан для определенных Размеров экрана, да, то есть медиа-запросами. Но э, можно сделать еще проще. В Bootstrap есть специальные классы, э, которые можете найти. Сейчас покажу, где. В разделе CSS и здесь э, подраздел Responsive Utilities. Э, э, и вот классы доступности: э, классы Visible XS, SM, MDLG, ну, похоже на call xs, да, call sm, то есть для различных для различной ширины экрана. И противоположный класс hidden xs, hidden sm и так далее. Что они задают? По сути, они задают, на каком устройстве будет у нас виден, либо не виден, либо скрыт тот или иной элемент. Например, если мы поставим hidden xs, это значит, что на экстра маленьких устройствах, экстра small devices, да, у нас элемент будет скрыт. На всех остальных он будет видим. И наоборот, если мы поставим visible xs, то данный элемент будет виден только на экстра маленьких устройствах, на всех остальных будет скрыт. В нашем случае данный элемент должен быть виден только на экстра маленьких, линия должна быть видна, и на маленьких. На medium и large она должна быть скрыта. Поэтому мы можем использовать любой из двух вариантов. Либо указать visible xs и visible sm либо наоборот hidden md и hidden lg вот два таких варианта мы можем указать давайте я возьму второй вариант hidden lg так класс hidden lg и дополнительный класс hidden md то есть скрываем на больших и средних типах устройств то же самое здесь. Так, смотрим на результат. Видим, что здесь у нас линии нет. Следующий брейкпоинт. Линия появилась. Да? Здесь все еще нет. Здесь вот она уже появилась. Ну и на экстра маленьких вот она тоже есть. Отлично так, что еще, что еще можно убрать? Так, это на экстра маленьких вот слишком большой отступ здесь, да? Это у нас для карт роу, по-моему. Для карт роу, да, у нас здесь где-то есть маджин. Так. Вот, да margin-bottom, мы его берем просто. CardRow это ниже 700. Класс CardRow, margin-bottom 0. Отлично. Так, ну что ж, по большому счету все. Мы закончили с контентной частью. Давайте мы закроем данный инструмент. Так. Уменьшим масштаб. Все смотрится замечательно. Отлично. Так, смотрим еще здесь. Так, вот здесь вот не помешает. Пожалуй, еще. Давайте попробуем. Сделать для себя проблему. Если она будет, тогда мы ее сразу же решим. А, значит, у нас здесь... Давайте уменьшим немножко еще. Так. После слова клин. Немножко продолжим слово клин. Так. Так. Еще немножко. А, нет. Ну, в принципе, проблемы нет. Я думал, что будет залезать вот этот вот заголовок на наши иконки. Да? И, соответственно, она будет не видна. Ну, в смысле, не кликабельная иконка. Если бы эта проблема была, тогда решается она довольно просто. Мы просто для иконки зададим еще z-индекс. Вот там, где мы описываем правила для icons.ly.a. Да? или icons ли даже, или просто icons даже. А, просто зададим z-индекс, а, и укажем, допустим, единицу. Этого будет достаточно, чтобы наш слой с иконками был выше слоя с параграфом, с заголовком h1. Да? Так, а, хорошо. С контентной частью мы закончили. По большому счету наш шаблон готов. И последняя часть у нас осталась. Это, пожалуй, футер и оформление. Совсем маленький урок. И жду вас, собственно, в нем в следующем уроке.